Бетонные полы с топингом – один из самых надежных, экономичных и востребованных видов промышленных полов. Упрочняющий затирочный состав топинг производства компании Супротен – это специальная сухая смесь с кварцевым наполнителем, которая втирается в поверхность свежеуложенного бетона, таким образом увеличивая долговечность и прочность поверхности бетонного пола в 2-3 раза по сравнению с необработанной поверхностью. Бетонный пол, обработанный топингом, обладает следующими преимуществами. Длительным сроком эксплуатации – более 15 лет. Способен выдержать высокие статические и динамические нагрузки. Беспылен, влагостойкий, ударостойкий, не скользит, не накапливает заряды статического электричества, легок в уходе и уборке, образует гладкое покрытие, создает современный и привлекательный внешний вид. Топинговые полы предназначены для производственных зданий, складов, торговых центров, рынков, автомобильных стоянок, гаражей, парковок, автомобильных салонов, мастерских, автосервисов, промышленных холодильных камер, пассажирских терминалов, выставочных залов, офисов. Технология производства данного вида промышленных полов требует специального оборудования и хорошо подготовленных мастеров. Такую работу лучше доверить специалистам. Компания «Супротен» тесно сотрудничает с компанией «Паваж Конструкт», которая зарекомендовала себя на рынке промышленных полов как компания профессионалов. Процесс изготовления промышленного пола состоит из следующих этапов. Первый этап – укладка бетона. Для устройства высокопрочных полов используется бетон марки «не ниже 300». Для обеспечения ровности укладки бетона используется метод лазерного нивелирования, что повышает качество и ускоряет процесс работ. Второй этап – уплотнение и разравнивание бетонной смеси. Этот процесс производится виброрейкой. Под действием вибрации бетонная смесь разравнивается и оседает до требуемого уровня. Уплотненный бетон обладает большей прочностью и морозостойкостью. Завершив разравнивание и уплотнение бетона, следует сделать технологический перерыв, составляющий от 2 до 7 часов, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. За это время бетон схватывается, набирая определенную прочность. Засадка упрочняющей смеси топинг производства Супротен. При помощи дозаторной тележки по еще влажной бетонной поверхности распыляется упрочнительная смесь топинг. Этот процесс повторяется в 2 этапа. При первом распылении высыпается 2/3 от нормы, во втором этапе – остаточная 1/3. Смесь топинга распыляется в 2 этапа для того, чтобы обеспечить равномерное внесение смеси по всей поверхности и повысить износостойкость будущего покрытия. Для окончательного выглаживания поверхности используются затирочные машины с дисками или так называемые вертолеты. Процесс затирки дисками повторяется вновь и вновь, пока поверхность не становится гладкой. Для полного закрытия пор на поверхности бетонной плиты окончательный этап шлифовки бетона производится лопастями. По мере повышения гладкости бетонной поверхности угол наклона лопасти по отношению к поверхности повышается, пока поверхность не станет идеально гладкой и глянцевой. Защитная пленка на поверхности плиты создается путем нанесения специального лака. Таким образом, повышается устойчивость поверхности к истиранию до 500 раз и исключается пылеотделение в процессе эксплуатации пола. Заключительный этап – нарезка усадочных и деформационных швов. Швы разделяют бетонную поверхность на отдельные поля. Таким образом, усадка бетона происходит без образования трещин на поверхности плиты. Швы герметично заделываются специальным уплотнителем. Итак, высокопрочный пол готов. Компания «Паваж Конструкт» предлагает комплексный подход и современные строительные решения в изготовлении промышленных полов с использованием упрочнителя для бетона «Топинг» производства компании «Супротен». В зависимости от эстетических требований, бетонные топинговые полы возможно осуществить в разнообразных цветовых решениях. Производительность компании – до 1000 квадратных метров готового пола за смену. «Паваж Конструкт» – профессиональный подход и современные материалы.